moldovenii.md pentru că ne mândrim cu țara noastră. Principele moldovean se apropia cu fermitate de scopul său de a cuceri chilia cu orice preț. Oastea triumfă. Domnitorul sărbătorea biruința. Țara Moldovei și-a instituit controlul asupra Dunării de Jos și a țărmului Mării Negre până la gura Nistrului. Pentru a-și face aliați, domnitorul recurgea și la diplomația matrimonială. Produsul cel mai prețios și mai scump este sarea. Ea e apreciată la prețul aurului. În noaptea de 14 spre 15 decembrie, Ștefan a poruncit să-i se dea foc orașului Baia. Ucigașul de frate a fost în sfârșit prins și decapitat criminalul și-a primit pedepsa. Prin căsătoria cu Maria, Ștefan a căpătat și principatul Teodoro din Crimeia. Pământurile Moldovei, ale Podolei și Lituaniei sunt hărțuite de hoardele tătarilor de pe Volga. Domnitorul nu se îndoia că lumea ortodoxă se va răscula și se va debarasa de jugul otoman îi va opri pe musulmani. Răspunsul voievodului a fost dur. Dacă aveți și puteți propune atâția bani, ce ați căutat în țara mea? Nu am nevoie de banii voștri, am nevoie de viețile voastre. Voievodul moldovean i-a aplicat lovitura de grație lui Radu. Trept răzbunare, Domnitorul moldovean a năvălit în Polonia, a cucerit și ars cetățile Trembola, Buceaci și Podhaițe. Ștefan insista să semneze cu Polonia un nou tratat de pace în condițiile egalității părților. Bună ziua, stimați prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii mândriți că sunteți moldoveni. Vorbim astăzi cu un jurnalist renumit din țara noastră, cu un scenarist de asemenea foarte bun, din Republica Moldova, Elena Pahomova. Elena, bună ziua! Cunoaștem că în perioada anterioară ați lucrat foarte mult asupra unui nou proiect care se numește filmul Ștefan cel Mare și Sfânt. Este un film care a fost prezentat de curând, câteva zile în urmă, Шамбруцева Антреб, сценарист в общем-то фильме. Дечев у снегоедемов на семине фильм, Користы, нечесть стать Луи, Вот абсолютно у меня был тот же вопрос, господи Боже мой, Штефан, да что ж про Штефана тут рассказывает? Ну, вроде бы все мы знаем, И сколько битв, и на ком был женат, и с кем был э, ссорился, с кем э, дружил, с кем не дружил. И э, на самом деле, наверное, это самый э, сложный был с точки зрения персонажа фильм, потому что нужно было... Я приступаю к работе, увлекшись только человеком, о котором пишу. Но ну и когда начали искать, копать и узнавать, оказалось, что знаем мы не так много о нем. В хронологическом порядке еще более сложно. Очень много белых пятен, например, до сих пор неизвестна дата рождения. То есть есть предположения одни, есть предположения другие, они настолько Разнятся, что вот здесь нужны действительно серьезные исторические исследования. Потому что все, что сейчас выходит, все, что появляется у историков, это ну, такие теории на тему Штефана, как он строил государственность. Давайте все-таки побольше фактологии. И оказалось, что этот человек был не просто сильный правитель, это был феноменальный дипломат, которому могут получиться нынешние политики. Человек, который умудрялся, даже когда страна принимала а, сюзеренитет какого-то государства, он умудрялся использовать своих сюзеренов а, в, на благо, во благо страны. Были битвы, на которые он понимал, он не так много битв проиграл, но он понимал, что сейчас, значит, там идет нашествие татар, да, и если здесь он выиграет эту битву, в это время у него просто вырежут людей в стране. И он отпускал часть войска для того, чтобы люди шли и оберегали, охраняли свои семьи и защищали страну там внутри. Да, и он таким образом проиграл битву. То есть человек, который понимает... Где нужно пожертвовать, и чем нужно пожертвовать, а в принципе, ну вот сейчас вот назовите меня политика, которая пожертвует э, своим именем, своим имиджем ради того, чтобы сохранить большое количество людей. Таких людей очень мало, это единица во всем мире. И этот человек понимал, что в историю это войдет, все это. Он прекрасно понимал свое место в истории. Он знал, он писал эту летопись, он за этим приглядывал, как это все создается. То есть э, для меня было открытий очень много и это, ну, кроме того, что действительно выдающийся государственный деятель, выдающийся просто военный, это все-таки еще очень интересный человек, в котором, может, там еще можно писать-писать. Но вот все что, еще в чем большая проблема, в том, что очень много билетристики на тему Штефана. Я основываюсь на фактах. Я не очень люблю выдумки и додумки точно так же, как и в проекте истории молдова а Штефан, он, он составная часть истории Молдовы, что мы решили не придумывать, не изобретать велосипед, уже есть, ну, сейчас чуть меняется стилистика, уже есть вот эта такая шапка, проект, который очень прозвучал в нашей стране, нравится он кому-то, не нравится, но тем не менее фактологических каких-то Претензий к нему не было, претензий там, к фамилиям авторов, но ну, это про проблемы да, большие. Ух, это такая вообще смесь. Режиссер фильма Наталья Анисимова попросила обязательно уточнить, что это и не то, и не другое. Это такая смесь. Это телевизионный фильм, там будут постановочные сцены. Это впервые, это очень интересный опыт, потому что... Но до «Истории Молдовы» у Натальи не было такого большого вот багажа знаний и опыта постановочных сцен. Но вот на «Истории Молдовы» порепетировали, а Теф они уже развернулись. В чем прелесть наших проектов в том, что нет вообще заимствованного видео. Ну вот только третья серия «Истории Молдовы», да, было архивное видео. Все остальное это собственная э, продукция. Абсолютно. Потому что тоже говорят, ну это что там фильм? Мы возьмем оттуда, немножко подрежем оттуда. Ребята, есть авторские права, их нужно соблюдать. И у нас проект от начала до конца. И да, есть постановочные цены, да, есть собирательные образы монахов. То есть это не люди какого-то конкретного времени. Это вот люди, которые могут рассуждать. Ну вот в связи с тем, что фильм о Средневековье, выбрали образ монаха. Точно так же это могут быть два историка, два философа, два политолога. Почему бы нет? Фильм, да, «История Молдовии». Карифос на тур трилодии, шеф-фильм у Штефан Челмариш с удовлетвором Молдови. Елисанткома комбинате, с вот тут уж фильм у Штефан Челмариш есть чего он проект апарте, distinct, который не имеет ничего логатурок у трилогии есть время. Разумеется, это история Молдовы. Это был такой сборник очень краткой, очень сжатой информации. Вот сейчас у нас появилась возможность вернуться назад. Посмотреть, что же мы написали о не Так, у нас всего 4 страницы о Штефане. Вот теперь у нас есть возможность написать там, 15 страниц о нем. И этого недостаточно. 45 минут очень мало для того, чтобы все о нем рассказать. Еще есть о предложили. Я бы в... сказала, это тогда более... Да, потому что это один большой проект истории Молдовы». Очень хотелось бы, чтобы вот он вошел в школу. Я знаю, что с «Историей Молдовы» уже это произошло. Вот надеюсь, что Штефан тоже будет очень полезен преподавателям истории. И, ну, вот, некоторые преподаватели в некоторых лицеях и гимназиях, когда проходят определенную тему, они говорят, так, ребята, теперь у нас 10 минут там с или с Включили, посмотрели 10 минут. Действительно красиво, эффектно, доходчиво. Мало того, еще рассказывают о нашей территории, называют какие-то наши населенные пункты. То есть это все о нас. И Штефан, вот посмотрев этот фильм, вот поверьте, любой ребенок прекрасно ответит на вопросы по этой тематике. И взрослые тоже, потому что в этих спорах наших, которые мы очень любим спорить вообще, и на кухне в том числе, тоже для взрослых это очень да тут же есть утатишь фильм? У меня спросим, была mm на ревисты, чей, -hmm. чей, Ну, Во-первых, у нас вообще нет литературы популярной по Штефану. Есть несколько, то, о чем я сказала, билетристика. То есть там очень много додуманного, очень много выдуманного. А, доходчивой информации ученых, их исследований, это можно найти только в научной литературе. Как добраться до научной литературы, это тоже большая тайна, потому что в одном журнале значит, мы это напечатали, мы выходили на конкретных людей, которые занимаются именно средневековыми специализируются. Огромная им благодарность за то, что все они, и, и, и вот в первой трех серии, и вот сейчас, они присылают свои исследования, и для них это тоже возможность, чтобы их работы стали более популярны и сведения. А вот история из Молдовы, Нет, сейчас были все историки из Молдовы, но, разумеется, мы смотрим на то, что пишут и в других странах, потому что, слава богу, интернет открыт, есть доступ и даже к некоторым научным изданиям и исследованиям. То есть, ну, языков, ну, у меня рабочих языков там, наверное, четыре языка, поэтому нет проблем на любом языке найти исследования. Да, встречаем пациента на техника фемулы. Ну а тут скорее Наталья могла бы рассказать, ну, чем ну, я, да, ну. Да, пентрумени, пентрумени, своего пентру, альтиперсонажи, короче, будут делать парфюм, да, ты весь интересант. Как актеры офилмата на чешском? Ой, а вообще нужно разделять актеров и, значит, участников массовых сцен. Ну я вот составляла финальные титры, я так понимаю, что глубоко за 100 человек, то есть это, наверное. Ну, так если вот здесь почитать, человек, наверное, 200 будет. Притом, это же все люди не случайные. А, очень сложно было. Я, мой, ну, мне постоянно режиссер жаловался. Господи, боже мой, где же у нас девочки с естественной красотой? Все эти наручные ресницы, да еще что-нибудь там приклеенное. А, большая проблема. И мы даже, когда с ней выезжали за границу, я Наташа, посмотри, какой типаж, какая девочка. Вот. Белоруссия славится естественной красотой. Вот оттуда очень хотелось парочку девочек привести и отснять. Поэтому юным девам, если хотят сниматься в исторических фильмах, пожалуйста, меньше всего вот на лице искусственного и побольше натуральности. Вы безумно красивы. Нашли потрясающих, правда, исполнительниц, действительно соответствующих типажу. Есть актеры первого плана, но это, у нас есть три Штефана. Штефан совсем мальчик, юный совсем такой отрок, а в... Штефан в молодости, юности. Кому в... Чинист Штефан в молодости, Штефан, Ну я. вы видите 10 числа. Концент. Очень, но ну, это как, это такой образ просто, я ну, как женщина скажу, мужчины божественной красоты <соцентричной> это правда. Ну а Штефан, который зрел, это Штефан, который снимался у нас «Три в трилогии. Спинетный враг, тогда он академика, на мете проекте, фильму Деспотия Фанчелл Мари, Сент-Проекти Мари. Не знаю, что на производстве? Это будут Я не участвую в съемочном процессе, но вообще все, что снимается, всегда ты придумываешь первые, ты идешь в сценарий, а жизнь подсказывает совершенно другие. В какой-то момент тебе звонит режиссер и говорит, так, Лен, там у нас вот это произошло на съемке, можем ли мы вот это переставить местами, а вот здесь эффектнее при монтаже будет. Это, кстати, надо сказать, что у нас два, у нас сценариста на этот раз. Есть еще Юлия Семенова, которая писала литературный текст, вот эти диалоги, особенно вот это ее заслуга. Я более жесткий, я более такой вот документалист-документалист. Юлия может себе позволить лирики побольше. И а, разумеется, и в последний момент переделывали какие-то сценарные вещи. Поэтому, когда говорят, сценарий готов, вот когда пройдет премьера, тогда мы можем сказать, что сценарий готов. Да, всегда случается, да, приходится а, менять да, какие-то сцены мы проговаривали, какие-то находки. Потому что очень сложно, когда ты ну, вот, а, в чем прелесть людей, которые работают на телевидении, становятся сценаристами, или людей, которые хотя бы ну, когда-то занимались съемочным процессом мы я когда пишу я понимаю что мы будем примерно в этот момент снимать что мы будем показывать потому что если взять просто литературу ну, вот, вот человека со стороны он не пишет картинкой он не пишет э, э, с ощущением воздуха потому что в сценарии телевизион должен быть э, и документальном должен быть воздух ты понимаешь что здесь будет пауза здесь будет музыка. Здесь будет какой-то фрагмент видео такой, который вот он будет сильнее любых слов. И не всегда нужно говорить, вот тоже иногда определять, почему вы миллион раз не повторили вот эту вот фразу. Потому что видеоряд, он, это не отдельная часть, это составляющая часть телевизионного проекта. И поэтому он так силен, поэтому он так вдохновляет, потому что Картинка не уступает тексту, текст не уступает картинке. И историческая достоверность абсолютная. У нас нет ничего придуманного. И это ни в коем случае не художественный фильм. Вымысла здесь нет. Вон субъект, вот, действительно, импортанцию среди вдохновения. Хотя вот так, числа библиотеки академии, лор лор-портал. о чем я говорила? У нас практически то, что интересует меня, мне этого нет в библиотеках, либо это есть библиотеки Академии наук, и, может быть, национальной библиотеки, Что-то, но очень мало. Как правило, эти работы издаются один раз когда была их презентация, может быть, на каких-то конференциях. Нет, я иду дальше, иду глубже, у меня прямые выходы на историков, и историки присылают свои работы, иногда даже не опубликованные, либо опубликованные за границей. То есть для молдавского потребителя информации они вообще ни разу, никогда, нигде не появлялись. То есть там будут детали, и вот поверьте, все, что есть в истории Молдовы, все, что есть в Штефане, выверено до последнего вот сантиметра, запятой, точечки, даты, если есть хоть малейшие сомнения. Вот, кстати, были вопросы тоже, почему вы называете, Читате Албы или Белгород-Днестровский, или, или почему вы проговариваете, потому что везде нам в фильмах используются те исторические названия, которые в тот момент носила эта местность. Но почему мы проговариваем, там, читать Албы, и сейчас Белгород-Днестровский, для того, чтобы люди понимали. Потому, вот мы, например, столкнулись, когда показывали историю Молдовы, в Беларуси с тем, что а, пришлось изначально молодым людям кое-что объяснить. И я поняла, что для зарубежного зрителя не подготов... ну не то, что не подготовлен, но они не знают ничего. А, а, о Республике Молдучи, так же как и мы, о них не знаем очень многого, если сказать всего, а, нужны чуть более другой вариант а, фильма, а, нужна адаптация. Принтерсурсы Ничаман Требат, Дакова Фустутил, Порталу острову Молодовинем, да? Да, безусловно, конечно же. Потому что там, ну, правда, мы и там находим периодически какие-то тоже, что хочется, но, безусловно, потому что Молодовинем это сделано очень толково, мы историками, опять же, и как раз специализирующимися на средневековье. Мы уже все узнали, все выяснили. Да, очень много, как минимум, хронология очень удобная на сайте. А это всем баре... рекомендую. Это на конфильмацию на семейный фильм, да, самого требуется интеракционность, шоковую турятаться публиче, шок компании приватятся, вот барьеры, педички, конкретика. Ну вот Соус в, в, прош... ну, в прошлой, вот в истории Молдовы, да, сейчас мы можем говорить, что были, и были даже проблемы у историков, которые с нами сотрудничали, а это правда. А, вот, при том были, ну вот сейчас судебный иск у меня до сих пор он длится уже год, с диски ДМД за оскорбление публичных, вот они подали в апелляционную палату, ждем решения, но люди даже из сцене появляются на судах значит, их устраивает тот штраф, который они обязаны выплатить. Хотя меня штраф не устраивает, он должен был быть, конечно же, больше. Такое надо бить по рукам и по ногам. А, они, а, было распущено много а, фальсификаций, недостоверной информации о фильме «История Молдова», о том, что люди не знали о том, что они снимаются. Ну, не так. Потом с людьми поговорили. Они, во-первых, все были предупреждены. Во-вторых, посмотрев фильм, они не нашли ничего такого, что, чем их запугивали. Очень многих людей пытались, правда, запугать. Некоторые историки, с которыми мы сотрудничали, например, боятся приходить на премьеру. Они говорят, мы не очень хотим показывать. Мы вам будем помогать, но мы не очень хотим показывать. Каким часто, Каким подарок часто проект? Этот проект начался весной, но сценарный всегда идет, все время подгоняют. Я все время прошу: дайте мне еще один месяц, пожалуйста, дайте. Вообще на создание такого. То, те темпы, в которых мы работаем, это нереально. Когда я рассказываю в других странах, в каком ритме мы это создаем, они говорят, ребята, это, это невозможно. Еще если учесть, что у меня есть основная работа, у Юлии есть основная работа, и у Натальи есть тоже другие еще параллельно проекты, это нереально. А съемки где-то идут месяца полтора, Наталья, если вдруг что-то меня поправит, полтора-два. Но на съемки выезжают полностью расписанные все. То есть это действительно создается ну, вот, так, как должны создаваться фильмы. К съемкам мы не приступаем, пока не расписано до последней сцены. Все полностью, все не может быть во время монтажа каких-то правок фактологических. Боже упаси, никогда и ничего. Бывает такое, что приходится сценарий про после как интервью взяли, да, но в этом фильме интервью у нас не было. И, ну, наверное, где-то так, ну, скажем, как ребенок, 8-9 месяцев, как обычно. Все как обычно. Штёпка история Молдовы поучаствовала в фестивале «Интернационале». Штефан Челмари, Арие Шансос и я трофеиела фестивале Понимаете, надо понимать о том, что оценить содержание за рубежом вряд ли могут. Могут оценить масштаб съемок и масштаб исторических изысканий. Вот это могут. И это очень такая узкая проблема, да, потому что это проблема, которую мы рассказываем, проблема сохранения государства, это проблема для нашей страны, была, есть и будет. И понять значимость иногда вот нам приходится, когда вот мы представляем историю, молодого, мы представляем, в каких условиях это снимается, какое сопротивление, мы рассказываем вот о суде, который идет, то есть нам нужно объяснить вот весь этот контекст. За рубежом не знают о том, что происходит в нашей стране, не понимают, в каких тяжелейших условиях мы это все создаем. Тем не менее, Штефан как продукт телевизионный имеет право на жизнь. Мало того, кстати, история Молодова была показана на телеканале Мир. Это получается, что посмотрели все страны содружества этот фильм, и было на общественном российском телевидении с некоторыми сокращениями, которые вот действительно уже очень такие историчные. Вот. Но он прошел, это такой феноменальный успех, потому что, поверьте, не все российские очень хорошие документальные фильмы могут попасть на общественное российское телевидение. Там работает Леонид Михайлович Млечин, который отвечает за исторический подбор. Вот, и не могу сказать, что он лоббирует, потому что, несмотря на наши с ним очень хорошие отношения, тем не менее он такой, он критик, трезвый критик, и он понимает, что можно, что нельзя. Если он выдал это в эфир вместе с Анатолием Лысенко, который разумеется, это большой комплимент для всей команды, и для нашей страны и для истории, которую мы смогли рассказать так, что она интересна жителям других стран. И успех, наверное, где Сашура, Путин Тайнили, интересы Фацеди, Ачест, всем, когда премьера. 10 числа, 10 ноября будет в зале, постоянно вопросы задают, есть лишний билетик. Вообще это такое удовольствие, когда спрашивают, есть лишний билетик, есть лишний билетик, лишних билетиков нет, к сожалению большому. Зал забит под завязку, мы уже думали, как бы, может быть, два зала, может быть, три зала, может быть, все, может быть, все кинотеатры страны. Мое мнение, что все-таки одному показа телевизионного и даже выкладывания в интернет этого маловато, было бы хорошо, чтобы он прошел по всем кинотеатром страны, но какие есть возможности, так и показывать. или публичные, приватные, региональные? А, да, имеют право, абсолютно. Региональное телевидение, все телеканалы имеют право взять этот фильм, показать. Главное просто поставить в известность. Не для того, чтобы э, фильм, фильмы все эти делать, это вот тоже уважение президента, потому что он делает фильм не для себя, не для себя называется, а, вот, и эксклюзив медиа, который является производителем, он не говорит, это мое, и никто не показывается. Напротив, эти фильмы делаются для того, чтобы максимальное количество людей могли скачать, показать уроки, школы, библиотеки, пионерские, какие там у нас сейчас летние лагеря, везде можете показать, хоть на производство, показывайте в рабочий полдень. И а, будет показан, я точно знаю, что 10 числа в 20.00 на НТВ Молдова будет показ. Это будет на телеканале. Хотя, конечно, в кино она смотрится красиво. Я И могу, видеть. кстати, анонс тоже mm -hmm. сделать. Урок. По крайней мере, президент mm -hmm. вот об этом э, заявил о том, что в следующем году будет тоже несколько серий из цикла истории Молдовы, посвященные Советской Молдавии. Foarte frumos. Da. Eu vă mulțumesc pentru discuția de azi, vă urez succes în tot ceea ce realizat și vă mulțumesc pe această cale pentru munca de pus în cadru și a trilogiei Istoriei Moldovei și filmul despre Ștefan cel mai sunt. Iar noi, simați prieteni, ne vom revedea la o altă ediție a emisiunii Mândriță cu Sântețul Moldoveni. Să aveți o bună! Principele Moldovean se apropia cu fermitate de scopul său de a cuceri Chilia cu orice preț. Oastea triumfă. Domnitorul sărbătorea Biruința, țara Moldovei și-a instituit controlul asupra Dunării de jos și a țărmului Mării Negre până la Gura Nistrului. Pentru a-și face aliați, domnitorul recurgea și la diplomația matrimonială. Produsul cel mai prețios și mai scump este sarea. Ea e apreciată la prețul aurului. În noaptea de 14 spre 15 decembrie, Ștefan a poruncit să-i se dea foc orașului Baia. Ucigașul de frate a fost în sfârșit prins și decapitat. Criminalul și-a primit pedeapsa. Prin căsătoria cu Maria, Ștefan a căpătat și principatul Teodoro din Crimea. Pământurile Moldovei, ale Podolei și Lituaniei sunt hărțuite de hoardele tătarilor de pe Volga. Domnitorul nu se îndoia că lumea ortodoxă se va răscula și se va debarasa de jugul otoman. Îi va opri pe musulmani răspunsul voievodului a fost dur. Dacă aveți și puteți propune atâția bani, ce ați căutat în țara mea? Nu am nevoie de banii voștri, am nevoie de viețile voastre. Voievodul moldovean i-a aplicat lovitura de grație lui Radu. Trept răzbunare, Domnitorul moldovean a năvălit în Polonia, a cucerit și ars cetățile Trembola, Buceaci și Podhaițe. Ștefan insista să semneze cu Polonia un nou tratat de pace în condițiile egalității părților. Moldovenii.md pentru că ne mândrim cu țara noastră.